Народ, всем привет, с вами Анирель, и у нас третий день фестиваля фейерверков. Его девушка очень зла. Кому-то придется за это отвечать. Это Фрей, что ли? Сир. Да, видимо, она очень зла. Хороший вопрос. Давай драться. Ой, а бандиты здесь зачем? Почему бандиты? О, господи, фига там народу. Так, мне надо обязательно убить Диуса, добраться до Фрейи. А бандиты, на самом деле, мне на них пофигу. Интересно. Береги себя. Так, что это за баф? Иммунитет ко всему урону, отлично. Цель у нас убить Диоса и добраться до Фреи. То есть, меня явно не пустят, пока я не убью Диоса. А так у этого Диоса какая-то просто зашкаливающая, учитывая, что у меня совершенно базовый дихард 50 уровня, а тут атака, как будто он 70. А вот у этих чебзиков атака вообще никакая. И вообще ничего не умеют. И на нашем дихарте его личный предмет. Если ты убил врага в свой ход, в конце хода один враг станется. Соответственно, все вот эти вот бандиты стоят здесь исключительно для того, чтобы я станила Диуса. И мне кажется, что с 1100 атаки лучше не давать ему себя ударить вообще ни разу. Ты почему страдаешь? Я должен. Итак, этих можно убивать без обилок, а обилки я, конечно же, посейвлю для Диоса. К сожалению, один ход станет тратиться сразу, но хоть как-то. Интересно, если я сюда встану, по идее, в радиусе 3 я его встану. Круть. Теперь мне надо подманить следующего, потому что он сейчас опять выйдет из стана. Такое издевательство. Мелкая крупного масштаба.
По сути, у Дехарта есть вообще все абилки, которые ему позволяют станить. То есть у него есть отходить, у него есть станилка, и у него есть чем дамажить. А дальше это считайте, что пазл. Ходы, конечно, идут довольно быстро. Уже половина прошла. Ну что? Ты да ищешь. 1000 хп осталось. Хорошо. Последней атакой, по идее, я его только-только как раз добиваю. Есть. О! Как и ожидалось, стражники ушли. Теперь мне осталось только добраться до Фреи. И желательно при этом не отъехать. Какие мои шансы сразу отъехать? Она какая-то недружественная. Блин. А, нет, нормально. Фрей, привет. Я избил твоего охранника. Дехарта, получив табло. Блям. Я просто мазохист. Забавный челлендж. Что за та девочка? О, это-то романтичная музыка. Посмотри мне в глаза. Учу-чу. Да поцелуйтесь уже. Отвратительно. Ну что, увидимся в завтрашнем челлендже. Завтра нам откроется первый 45-й уровень. Господи, как же медленно. Это ж просто дичь. О, кстати. Ваучеры на скинчики, я так понимаю, это будут. Непонятно на какие. Видимо, на Джессику. Забавно. Ладно, всем до завтра. С вами была Анирель.